На центральной улице села возле супермаркета «Магнит» развернулся нелегальный рынок. Торговля ведется с машин и раскладных столиков. На грязных коробках и ящиках сложены фрукты и овощи. Стоимость самого ходового в это время года фрукта необъективно завышена. С появлением специалистов администрации торговцы спешат собрать товары. Для составления протоколов необходимо получить документы у реализатора. Однако самая распространенная отговорка – документы забыли. Для установления личности продавца сотрудники муниципального контроля вызывают участкового. В этот день за организацию точек мелкорозничной торговли были оштрафованы 3 предпринимателя. При этом покупатели продолжали интересоваться ценами на товары и даже успевали приобретать овощи у нелегальных торговцев. По сравнению с ценами в супермаркете разница 40 рублей. В супермаркете мандарины можно приобрести всего за 80 рублей. У нелегалов они стоят 120 за килограмм. Почему же сельчане готовы переплачивать перекупщикам? На этот вопрос никто из жителей не дал ответа.